Здравствуйте! В студии вновь Алина Агаева. Прямо сейчас интервью от первых лиц. Здравствуйте! Я хочу стать педагогом английского языка. Почему я выбрала именно профессию учителя? Да, верно, все профессии нужны, все профессии важны. Но главный из них – учитель. Только учитель зажигает внутри человека источник. Он отдает не только знания, но и дарит надежду, веру. Он наполняет жизнь любовью и добротой. Как говорил великий английский писатель Джованни Руффини, учитель – это свеча, которая светит другим, сгорая сама. Новости спорта. A little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Следующий сюжет посвящен образованию. Когда я вырасту, стану учительницей. И не простой учительницей, а строгой учительницей. И всех обучу, научу. Двоек у меня не будет, они только пятерки. Итак, где мы остановились? Ой, математики. О новостях медицины вы узнаете из нашего следующего сюжета. Все профессии важны, все профессии нужны. Я врач-ветеринар с высшим образованием. И люблю животных, и лечу их. Войдите. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Доктор, у моего хомяка болит лапка. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь. Хорошо. Какой миленький хомяк. Сейчас все будет хорошо. Все хорошо, наделайте эту мазь ему на лапку, тогда все пройдет. Хорошо, доктор, спасибо. Я сделаю все, что вы мне сказали. Любите, берегите и защищайте ваших любимых животных. Мы в ответе за тех, кого приручили. Да. Доктор Митина Ханов, здравствуйте. Да, на что жалуетесь? Ребенок болеет, настроения нету. Да, посмотрим. Температура у вашего ребенка хорошая. Сейчас проверим сердцебиение. У ребенка хорошее сердцебиение. Вы укол сделали? Прививки нет, не делала. Не делала. Тихо, не плачь. Пойдем, свяжемся. Вес у вашего ребенка отличный. Хорошо. Вам просто нужно витамин D. Нехватка витамина D? Да. Вам надо гулять с ребенком на солнышке. Сейчас запишу. Хорошо. Хорошо. До свидания. Спасибо, доктор. До свидания. А наш следующий сюжет посвящен культуре. Хочу стать художницей. А знаете почему? Потому что люблю природу, пение птиц, журчание, луча. И это дается мне вдохновение рисовать. На сегодня все новости. С вами была Алина Агаева.